Всем привет, друзья! Сегодня я играю роль Санты. Я хочу подарить подарочки своим друзьям. Один подарочек я дарю тебе. Другой подарочек я дарю тебе. А кому я подарила эти подарочки? Смотрите на каналах, которые вы увидите дальше. Привет, друзья! Давайте познакомимся. Меня зовут Людмила, и я жена дальнобойщика. Весной 2016 года мы с семьей переехали из города в деревню на небольшой участок 14 соток, где я занимаюсь ведением хозяйства. На моем канале есть целый плейлист, который посвящен моим походам в лес за грибами и ягодами. Привет! Мы владельцы канала «Деревня 30 Рус». В июле 2019 года мы променяли город на деревню. Если тебе интересна деревенская жизнь, подписывайся на наш канал. Будем дружить. Всем привет. Меня зовут Артем. У меня есть канал «Деревенская резьба». Кому нравится тематика сельского хозяйства и сельской жизни, переходите на мой канал, подписывайтесь. Будем с вами дружить. Всем привет из Малого Запрудья. Меня зовут Олька. В марте 2018 года я с семьей переехала жить в замечательную белорусскую деревушку, где мы начали заниматься растеневодством, животноводством, ну и разведением разной домашней птички. Если тебе интересен канал с деревенской тематикой, то приходи ко мне в гости, я с тобой с радостью буду дружить. Всем привет, меня зовут Надежда, мой канал «Мама на все руки». Друзья, заходите ко мне на канал, будем знакомиться поближе, ну а также вы узнаете, чем я занимаюсь, чем занимается моя семья, ну и как же мы живем в деревне. Но на этом всем пока, до новых встреч! Всем привет! Мы семья из Беларуси. Наша семья живет весело и дружно. А еще у нас дома живут питомцы. Мы любим поездки на дачу и не только. И если вам интересно приключения нашей семьи, всех ждем к нам! Всем привет! Меня зовут Ольга Рябова. Я со своей семьей живу в городе Краснокамск, Пермского края на Урале. И некоторыми моментами нашей жизни я делюсь с вами, мои дорогие. Приветствую вас на нашем канале. Заходите к нам в гости. У нас очень много интересного, развлекательного, познавательного, замечательного, поучительного. И, короче, много всего. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Ну, еще как-то так, в общем. Видите? Всем пока. До свидания.